Где вы спали, что вам удалось вот... В углу, в глухой стене. В глухой стене. А рама вылетела сразу, пластиковая, зал, да? Все в зал. Волной. Одномоментно все было, правильно? Все. А вот у вас, ваши родственницы там... Супруга моя. Пострадала, да? Пострадала вы? Да. По лицу прям синяк. Это вообще ужас. Ну ничего. Зато когда она чем ударила, я даже не знаю. И когда она... Смотрите сюда, это вчерашний блог. Видите сюда? Так что ж, мы уже поубирали? Сходи к Светлане. Тут уже поубирали. Да, вы хорошо. Поубирали уже, да. У нас тут хорошо уже. Ну. А вы были тут тоже, да? Ночью? Не, я не был, я сын. О, а там мы спали. Ну, там спали, и благодаря тому, что глухой угол, да, вот это все вылетело. Вот это, А у вас пластиковое, да, окно здесь? Да. Вот оно одним блоком, да? Или оно как-то... Оно разрывало его нафиг, как тузик. То есть вот эти все изоленты на стеклах, это... Я вам говорю. Вот, видишь, изоленты. Какие там изоленты? Тут все до одного места, по изоленту. А что это было за удар такой, вы понимаете? Вы ракетный? Нет, заходи. Ну, ванна, видите, если вот, как говорят, укрываться в ванне, да. Оно вот, действительно... А двери, смотри. Вот это, говорят, что правило двух стен. Да. Вот видишь, как-то тут это самое, ну, двери. Но стена не несущая с дверьми у вас. Вот эта несущая, она стоит ровно и четко. А двери, получается, это просто перегородка. Дашка, заходи сюда. Так что такие у нас дела. Ребенок у нас, видишь, это самое. Ребенок, иди туда. Куда? Вы тут всю жизнь в Славянске живете? Да. Даша, туда иди. Зал. Ребенок вот тут спал. Понимаешь? Это двери. Ладно, то, что я... Да зайди, ты все равно тут. Не разувайся. Это самое, поставил двери, двери тут, ребенок это спал, тут еще а, и накрыла вот этой дверью, да? Вот оно так, оно защитило, да? Ребенка защитила, да. Понимаешь, тут повырывало нафиг все, да, знаешь? Блин, новое все. Нафиг все. Так что, а то такие дела. Ну, будете тут сейчас или куда-то поищите, где? Переночевать хоть. У меня есть. Ага, а тут, наверное, пленкой, да, все забьете. Сейчас я же знаю, что-то будут, наверное, сдавать.